Не важно, кем тебя считают, важно, кто ты есть. Эти слова, по мнению авторов ролика, курсантов Восточно-Сибирского института МВД, должны стать девизом каждого человека, у которого возможность полноценно жить ограничена. Выбрав именно эту тему для своей работы, молодые люди начали съемки. В одном из реабилитационных центров попросили инвалидную коляску, взяли видеокамеру в родном вузе и пошли на набережную Ангары. Дальше монтаж. На все про все ушла неделя. В своей работе мы хотели обратить внимание на то, что вот эти люди, хоть и как бы считаются, формулировка, что это люди с ограниченными возможностями, но мы решили показать, что их возможности, так же как наравне с другими людьми, не ограничены, и они все также имеют право на такую же жизнь, как и все остальные. Этот фильм стал одним из 19 отмеченных Комитетом Госдумы по делам молодежи, организаторов всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». Всего же из Иркутской области участие приняло более 140 человек. Учащиеся общеобразовательных и художественных школ, вузов, телестудий, а также работающая молодежь в возрасте до 27 лет. На суд жюри выставлялись плакаты и видеоролики на социальную тематику. Победители сегодня в Иркутске получают подарки и ценные призы. Это и есть наш вклад в будущее России. Модернизируем все, но сохраняем все доброе. Это окрашивает и настроение, и ориентированы эти конкурсы на молодых, кому до 30 лет. Это преемственность поколения, это радость жизни. По решению законодательного собрания при Ангаре конкурс социальной рекламы будет проводиться ежегодно. В Иркутской области он стартует 31 января и продлится до марта. Далее творческие работы победителей отправятся в Москву. Наталья Волина, Александр Пахомов. Новости сейчас.